уже открыли 20 ящиков. И давайте посмотрим, что же мне выпало. А, ничего не выпало, да? Потому что это дурацкий аккаунт, на котором ничего не падает. Нет. Да ладно! Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи, добро пожаловать в Brawl Stars, это аккаунт без доната, и да, я не забыл про него и не забил на него, я просто очень сильно залип на аккаунт с проклятым донатом, но здесь я времени зря не терял. И перед началом я бы хотел тебе рассказать легенду от моих подписчиков, о которой они пишут в комментариях. Если прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе выпадет лего. Давай проверим. Раз, два, три. Успел? Спасибо тебе большое и приятного просмотра. Я собрал 83 кейса. 3 больших и 80 обычных. И сегодня я даю, возможно, последний шанс этому аккаунту на то, что мне хотя бы что-нибудь выпадет здесь. Это просто самый невезучий аккаунт без доната, который только может быть. Мне не выпало Биби, Фрэнк, Пайпер, Биа, Мортис, Джин, Макс, Спайк, Ворон, Леон, Сэнди. И у меня 8000 кубков. И мне реально опускается руки. Я надеюсь, что сегодня игра хотя бы мне немножко поможет и даст хотя бы одного, может быть два, может быть три бравлера. Ну, пожалуйста. Я очень надеюсь, потому что реально мне этот аккаунт уже надоел. Я хочу его продолжать, но мне просто ни черта не падает из нормальных бравлеров. У меня, конечно, есть еще не прокачанные, но я не хочу ими качаться. Я хочу хорошими, сильными, мощными. У меня здесь просто осталось... Ну, кстати, Эмс легко будет докачать, я просто немножко подзабил. Да, я тут жалуюсь, легко докачать, допустим, 8-бита и Эмс. Это просто нужно потратить свое время, которое мне впадло тратить. Но я хочу крутых бравлеров. Пайпер, Фрэнк, Биби, Биа. Только не Мортис. Только не Мортис. Джин, Макс, Спайк, Ворон, Леон, Сэнди. Ладно. Я очень сильно надеюсь, что сегодня хотя бы что-нибудь здесь выпадет. Надеюсь, друзья, вы поддержите лайком. Если вы все поставите лайки, подписались и еще и колокольчики прожали, по-любому что-нибудь выпадет. 80 кейсов. Это, блин, такого еще... Я не помню, было ли у меня такое здесь открытие. Открывал я около 100 сундуков. Я обычно открывал здесь 50-60 сундуков. Если мне память не изменяет, столько я еще не открывал. Итак, я буду очень сильно надеяться, что мне сегодня дропнется какой-то офигенно крутой бравлер. Как минимум, ребята, как минимум легендарка. Да, дофига, я заходил легендарку. Ну, блин, хотя бы эпик, хотя бы мифик, ну хотя бы 3 эпика, да? 3 эпика может выпасть? Да, может, потому что у меня всего лишь один эпик на этом аккаунте. Я бы очень хотел получить сюда пчелку. Это большое желание, которое, скорее всего, не сбудется. Если сегодня сюда ничего не упадет, я не знаю, я удалю просто этот аккаунт. Я вот если с 83 кейсов ничего не дропнется, я реально вот психану, удалю к чертовой бабушке этот аккаунт и не буду за него играть. Ну, либо подарю кому-то, я не знаю, что с ним делать, потому что меня реально бесит. Он меня реально бесит, потому что здесь ничего не хочет падать. Ни предметы, ни какие-то крутые. Не, ну падают гемасики иногда. Ну это такое, мы сами открыли уже, друзья. Уже открыли 20 ящиков. И давайте посмотрим, что же мне выпало. А, ничего не выпало, да? Потому что это дурацкий аккаунт, на котором ничего не падает. Нет. Да ладно! Вот это я наплакал! Вот это я наплакал! Я нажаловался, наплакал, и мне выпал легендарный ворон на аккаунте без доната. С обычного ящика. Чего? Офигеть. Офигеть. Нет, я этот аккаунт удалять уже не буду. Я уже не буду 100% удалять, потому что мне падает лего на нет. Ух, классно, слушайте. На аккаунте без доната у меня уже есть лего. Я очень рад этому, серьезно. Блин, вороненок выпал. Вот это круто, где же ты, красавица, вот он, блин, я бы, конечно, хотел Спайка еще, знаете, я бы хотел еще себе, знаете, с кого еще, и Спайка хотел бы, я уже сказал, да, я бы хотел себе Леончика еще бы и Сэнди, но, блин, ворон выпал, ладно, открываем дальше. Это офигенно. Вороненок выпал на аккаунте без доната. Слушайте, это реально круто. Это реально круто, но у нас есть шанс еще кого-то выбить. Это получается, как говорится, я наныл. Может быть, нужно еще ныть? Может, нужно еще поугрожать ему аккаунту? Слушайте, это работает. А ну-ка, давайте. Я удалю этот аккаунт, если мне что-то сейчас ничего не выпадет.
Давайте мне выпадет хоть какой-то браулер, иначе я удалю аккаунт, мне ворон не нужен. А ну сработает, не работает. Мы сейчас будем сами ныть, и чтобы нам что-то выпало. Давайте, может разработчики нас услышат, давайте. Я удалю этот аккаунт, если мне хоть что-то сейчас, прямо сейчас, вот давай, сейчас вот не выпадет. Ну падай же, ну падай же. Серьезно, нет, офигенно, ворон выпал, я безумно рад тому, что у нас с вами выпал ворон. И у нас еще половина из того, что мы собирались тратить, у нас еще есть. У нас было 83 кейса, у нас еще остается 43 кейса прямо сейчас. Не, давайте, слушайте, я одну каточку сгоняю за ворона. Ну как это, ворон выпал, я не сыграю. Но это будет грех, грешно, серьезно. Нужно сыграть одну каточку, неважно. Выиграю, проиграю, я просто хочу побегать за вороном. На аккаунте без доната, то есть вообще ни копеечки не вкладывал. Да, ребята. Напоминаю, что на этом аккаунте я не вкладывал ни копеечки, ни рубля в этот аккаунт, просто без доната. Смотрите, здесь у нас кто бегает, здесь у нас бегает Биби, на которую я уже напал. Это была ошибкой? А, нет, это была ее ошибкой. Так, здесь у нас идет Мортис. Немножко подбил. Так, пока Мортис там офигевает, я забираю себе еще один сундучок. 1100 хп у этого Мортиса. Так, попаду? Не попаду. Так, одна баночка у Мортиса. Не, дружище, таких мы не упускаем. У меня еще ульта была. Ну, что-то какой-то странный Мортис. Что-то он себя как-то переусердствовал. Так, немножко Макс. А, я же играю на... Это же игра с одним кубком, да, получается? Или как это работает? Так, там у нас где-то Бия сидит в кустах. Или уже ушла? Если она в упор меня бахнет, я могу и помереть. Так, нужно ящик забирать. Пока сюда никто не пришел. Так, 5 баночек у нас есть. Все, сидим тихонечко. 4 бойца осталось. Надеюсь, здесь никого нет. Хорошо, что нету булов, Шелли. Как обычно бывает. Частенечко. Булы, Шелли. Все дела. Так, смотри, там у нас Био бегает. Очень нехорошо, что она бегает. Пускай с кем-то сражается. Пускай свою ульту выпустит куда-то. А я потом на нее нападу. Так. Блин. Это плохо. Это было максимально плохо. Ой, какой же у нее радиус большой атаки. Как же она далеко фигачит. Если я сейчас выгляну, она может меня убить. Так, что мне делать? 6 банок у нее. 6 банок. Не даст себе попасть. Так. Немножко пробили. Так, пару разочков мы ее бахнули. Ой, это плохо. Это плохо. Идет ко мне. У нее атака заряжена. Есть. Промазала. Промазала, топ-1 сразу заняли. Красиво. Перехитрили немножко мы Био, мы просто зажали ее. Ну, она могла его убить немножко. Ей нужно было немного быть агрессивнее. Тогда можно было затащить. Тут, конечно, я ее переиграл. Ладненько, переиграли, погнали открывать дальше сундуки. Может быть, все-таки удача будет на моей стороне. Так, а я выбил ворона, когда у меня был, получается, на загрузке стоял кто? У меня стоял 8-бит. Поставим обратно 8-бита. Может, будет реально везучий. Посмотрим. Все, 8-бита взяли. Открываем дальше кейсы. Будем открывать. Я медленно, ребята, открывать не буду. Я быстро открываю кейсы, потому что их у нас много. У нас еще там около 40 или 30... Ну, 30 плюс кейсов маленьких. Еще большие есть. Блин, ну ворон это круто. Согласитесь, реально. Ребят, давайте так. Напишите в комментах, у кого самое любимое лего. Напишите название самой любимой леги. Там Ворон, Спайк, Леон, Сэнди. Мне вот реально, честно скажу, больше всего нравится Леон. Интересно, много ли таких нас, у кого любимый бравлер, именно легендарный бравлер? Да, мне еще нравится Био, если эпическая, то это Био 100%, допустим. Если брать из Пути к Славе, мне нравится больше всего Эмс, ну может быть 8-бит. Но вот из легендарок мне нравится больше всего Леон. Кстати, у нас на вороночки силы потихоньку падают. Нужно будет прокачивать его, потому что непрокачанный ворон, хотя нет, непрокачанным вороном легче играть, чем непрокачанным, допустим, Рика там, да, или непрокачанным, ну, кем там, Булом. Непрокачанным Булом очень просто играть. Сидишь в кустах, нажимаешь одну кнопку и убиваешь всех подряд, кто приходит, потом забегаешь в другие кусты, убиваешь всех и забираешься топ-1. Булом просто играть. Так, ну пока больше ничего не падает. Да ладно, еще эпическая Пайпер мне сегодня падает. Ну, слушайте, вот это я наныл. Наныл так наныл. Лего плюс эпик. За одну распаковочку. Вот это пушка, понимаете? Это серия пушка. Я не знаю, если вы не наберете, я не знаю, ну хотя бы 1030 лайков, я просто буду в шоке. По-любому набирайте 30 лайков за такую серию, где падает и лего, и эпик просто на аккаунте.
Знаете, что самое, в чем самая большая гордость этого аккаунта? Что это без доната. Все бравлеры, вот это Лего Ворон, который я сегодня выбил, я заработал ни копеюшечки, не вкладывая сюда. Ни копеюшечки, ни рублика, ни центика, ни доллара, ничего не ложил. Все, ребята, своим трудом, своими усилиями. Аккаунт после бана, понимаете? Этот аккаунт настолько многострадальный. Во-первых, здесь очень долго ничего не падало. Аккаунт был 10 дней в бане, серьезно. И тут, наконец-то, начинает сыпаться. Это круто. И остаются 3 больших сундука, которые тоже я сейчас открою. Итак, может быть, что-то еще с большого дропнется. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Но, знаете, как говорится, шансы всегда есть. Так, открываем большой, 55 золота, барли, бул, тик. Ну, мне бы, конечно, на вороненка подсыпали бы немножечко силы на ворона, на брока, на динамайка, и все. Да, это был последний сундук, на ворона у нас больше ничего нет. Улучшить я, кстати, его могу, и думаю, что нужно сыграть еще разочек, уже на прокачанном, на вторую силу ворона. Не знаю, выиграю, не выиграю, серьезно, вообще пофиг, просто хочу сыграть на вороненке, которого я прокачал на вторую силу, и который достался мне реально без доната, просто своими силами. Так, вижу немного справа у нас Карлуша фармит сундучки, да, но мне тоже нужно быстренько зафармить, чтобы с ним мог пободаться даже, О, боданули Карлушу немножко, еще... Карлуш, давай. Ой, Карлуша. Ах, да, ну это ж Карл. Я просто думаю, почему назвать Карпуша, если я Карлуша? Нет, я Каркуша, он Карлуша. Так, смотри, мы забираем себе этот ящик и на него нападаем. Ух ты, нифига себе, как ты больно бьешься. Так, давай, дружище, давай. А где еще? А мы сейчас спрячемся? Он такой думает, ага, он ждет меня. Нет, я тебя не жду, мне на тебя пофиг. Я пошел искать кого-то. Здесь Макс с одной баночкой бегает. Можно, кстати, немножко поддемажить. А кто у нас здесь? Ой, там Пайпер. Ой. Так. Забираем. Выносим, кстати, вот эту вот штуку. Так, там у нас Пайпер. Пайпер пытается найти меня, да? Она думает, куда же я перебежал? Если она пострелит сюда, будет очень плохо. 6 человек остается. А может она подойти поближе? Хоп. Так, продамажила немножко. Привет, здравствуйте. Я не хочу просто ульту юзать, серьезно. Я не хотел просто ульту юзать, надеюсь, здесь никого нет. А вот мы здесь как раз на грибочек и отхилимся. Отхилились. Блин, это же 8-бит! Знаете, что я делал? Я хотел подойти к нему в упор и вынести. Не получилось. Кажется, не фартануло, пацан к успеху шел. Точнее, ворон к успеху шел. Но, на самом деле, за ворона играть приятно. Особенно без доната на аккаунте. Это просто сказка. Ребят, на этом заканчиваю видосик. Надеюсь, вы меня поддержите лайкусиком, там, подписочкой, колокольчики. Проверяйте, чтобы стояли все уведомления. Не пропускали вы ни одного видосика на моем канале. На этом я заканчиваю видео. Спасибо всем большое. Огромнейшее спасибо за поддержку. Всех вас люблю, обнимаю, целую. Всем хорошего настроения. Всем покедова.